Компания Huawei представила на украинском рынке новые модели смартфонов и планшетов. Они отличаются разнообразными характеристиками, построены на базе четырехъядерных процессоров как производства Huawei, так и Qualcomm и MTK. Также есть модель смартфона на восьмиядерном процессоре MTK. Кстати, по итогам прошлого года компания вышла на третье место в мире по поставкам смартфонов. Далее вы можете ознакомиться с основными характеристиками новинок и увидеть их на видео. Представленных новинок в продаже во втором квартале ожидается еще 5 различных смартфонов.